think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, начался новый сезон в коде. Третий, буду, конечно, его фармить. Забрал Battle Pass. Добавился новый оперативник Алекс. Также у Егорки смотрю эпическое. Прикольненько. Что интересного есть? Сейчас посмотрим, что в этом Battle Pass нового. Душканчик. Штурмовая винтовка Дельта. Так, что тут по эпических плюхах? Сейчас посмотрим. Легендарный пистолет, пулемет Чарли. Ничего себе, ковбой. Скорострел. Офигеть. Нормальная тема. Чупакабра. Офигеть. Название буйство бифитер чеквал. Ну, я не знаю, где они этих названий знаксилка. Короче, кто-то выбирал походу с названий скину. Уборка пляжа. Гонщик синих гор. Любивость, ну это, короче, это надо реально, наверное, все перечитывать. Так, подручный инструмент. Пехотничья винтовка Эхо, прикольненько. Непобедимость, легендарный облик, корона, пушка, все, что блестит. Там и гунчи. Короче, кто-то слуга смерти, очки. Ты со мной, сержант, страж порядком, еще куда ни шло. Кадовский час. Ну и название. Реально. Уборка пляжа. Газонокосилка. Чаквала. Так, ну что тут сейчас посмотрим еще интересного. Парашютист, спасатель, салага, нормальный дробаш, салага и скорострел, СКС, бумсленг, западня, могучий мю. Я не знаю, откуда эти названия, конечно. Но реально ржачно. Рогатая гадюка. Ой. Так, что у нас интересного? Что по магазину? Что-то новое. Ну, новое оно обновится. Когда интересно магазин обновится? Или он уже обновился? Сторож брату своему, вот так вот прикольненько смотрится на Азура. Три пушки, это все было. Шпионские игры. Вот это прикольненькая раскрасочка. Тут, видите, есть обычные пухи, есть легендарки. Так, вот случайно вышел компания у нас в процессе. Надеюсь, оно нам сейчас мешать не будет. Так, еще по картам. Огневой контакт, многоборье. Талсик, блэкаут, аньях, понятно. Хамок, свинь. Сейчас посмотрим, что это за карта, интересно. Ну, в принципе, радует то, что здесь Battle Pass реально длится 2 месяца, то есть надо месяц задротить, а есть возможность там через день заходить. Ну, в принципе, его можно фармить и за месяц,
В день реально по 5 левелов апать без проблем. Так, Аниях. Аниях, это понятно. А вот опорный пункт. Сабмилка, это новая карта. Сейчас посмотрим, интересно. Заодно дробаш покачаем дальше. Открыла новый дробаш. Кстати, надо опух будет посмотреть. Еще нового есть. Может, что-то добавили. Сейчас каточку сыграем. Интересно, что за карта. Надеюсь, сильных просадок по кадрам не будет. Интересная карта. Лесопилка. Конечно, с дробашом я не знаю. Но тут будет на шипе, где дробаш тащит. Нужно отследить опорные пункты и захватить их. Блин, прикольно, как карта похожа. Первый опорный пункт обнаружен. Вперед! Захватите цель. Мы захватили опорный пункт. Контакт! Мы идем в бой. На опорном пункте идет бой. Опорный пункт в бой. Я понял, воздух персональный радар. Вот я. Вот я Мазила. Блин, сзади топили. А как все красиво было. Блин, прикольная карта. Мне она уже нравится. Да ну нахер. Они захватили опорный пункт. Блин. С дробашом, конечно, здесь не то. Противник захватил опорный пункт. Блин, я надеюсь, оно не подлагивает. У меня что-то подлагивает жестко. Надо опять понизить. Это жесть. Это жесть, ребята. Карта классная. Чувствую себя в селе. Мы контролируем опорный пункт. На опорном Ну что за фигня? Ну впритык не убивают, ну писец какой-то, не дребаш. Да, напряженная карта, мне она нравится. Под нашим контролем.
На опорном пункте идет бой. Они захватили опорный пункт. Мы захватили опорный пункт. Посылка в пути. Сзади меня. Блин, хорошая карта. Но не для драбуша. Да посмотрите, ну это вообще бунт какой-то. Два раза, блядь. Тут нормально убивает китайк. Тут нет. Непонятно, короче. Ну, карта зачетная. Мне понравилось. Попался. Блин, ну подлагнуло так жестко. Вроде FPS не проседает, я не знаю, это из-за того, что, наверное, устанавливается все-таки шейдера. Да ну нах. Да хреном и закидывайте, чё вы стоите, блин, тут? Писец, я в шоке. Опорный пункт потерян. Мы контролируем опорный пункт. Thank you.
да, конечно, жестко подвисает. Или оптимизация должна быть еще шейдера, но это реально жесть. 10 секунд. Готовьтесь к выходу. Мы лидируем. Вовремя. На опорном пункте идет бой. Блин, далеко бежать. Ну что за фигня, блин? Ну это не дропаш, это писец какой-то. В общем, карта реально зачетная. Правда, 6 на 6, но в принципе нормально. Карта небольшая. Мне карта реально нравится. Динамично. А, не дали. Хорош. Короче, вот так вот, ребята. Крутая карта. Не знаю, интересное обновление. Будем дротить. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.